А вот он наш. Идите сюда. Вон, вы, посмотри, выглядывай. Иди сюда. Вот. Дима, Дима. Плавай. Посмотри, смотри, смотри. А где тут? Ой, смотри, я тебе нравится. А, нет, она хотела взять его лапу. А он плавает немножко. Нет, это понятно, но сюда что-то не видно. Это рычаг. Это белый не видно. Смотри на яйку глубоко. Уже покормили два раза. Какой кушать? Наелись. Вон мясо даже забросили. На решетку мясо забросил даже кайф. Доигрался. А как это он там быстро? Медведь забросил на решетку. На решетку он там, да, шкура уже оставалась. Кай взял так, посетителей бросил, она на решетку упала. А потом сидел тупо. Сначала прыгал, а потом сел на ступеньки и смотрит вот так. 40 минут, чтобы бросили ему. Ой, Герда, что ты там? Ой, не отсвечивает, я не вижу, Герда. Где я тебя снимаю, кого снимаю? Пеньков-то хоть поставили побольше, а то не видно, что я снимаю. Что ты там смотришь? Сейчас у Герды ремонт будет, поэтому в этом вольере. Она хочет выйти, хочет, а на ступеньке боится подняться. Там Кай рычит. Ой. Как два? Два их? Ну вот же два. Кай, Герда, вот они. А родители переселили, что ли? Так это Россия, родители есть. Им по 14 лет будет в ноябре. Это детей отселили 22 января. Их забрали, да? Ой, хорошо, какие. Не забрали. Они на территории зоопарка. Да, потому что для посетителей вход запрещен. Там на хозяйственном, где хозяйственный блок. О, и она выскочила. Надо же. Да не выгнула, он просто прыгнул. Она сама испугалась и убежала. Она не хочет с ним плавать.
А потом, когда идут, когда уже граница откроется, уже в другие зоопарки они уедут. А это папа по 14 лет в ноябре будет он. Надо же. Он прыгнул, и она хотела там подняться. То, что ступеньки боялась тут пройти. Он взял, прыгнул. Она сюда бегом по ступенькам. И все. Ну, Герда, ну, Герда, тут поплавала. И Кайна слышала.